В автомастерской сотрудники ФСБ обнаружили целый арсенал. Подозревают, что оружие местный умелец изготавливал сам прямо в гараже. Это оперативные кадры из котов Ивановска. Контрразведчики задерживают пожилого хозяина бокса. По версии следствия, он делал пистолеты кустарным способом. На допросе он оправдываться не стал и во всем сознался. Давным-давно это сколько? 30 лет, наверное, может, больше. 30 лет? Да. При обыске у него изъяты патроны различного калибра и запчасти к пистолету Макарова. Все предметы направлены на экспертизу. Теперь умельцу предстоит объяснить следствию, для кого он готовил оружие и где получал компоненты. Следствие по этому делу продолжается.